Народ, всем привет! Ровно год назад я запустил проект «100-граммовая золотая цепь за 7000 рублей». И буквально только недавно он попал, видать, на какие-то топы, и начались какие-то комментарии, обсуждения, что это нереально. И в основном все не верят в этот проект, потому что говорят, что это невозможно и так далее и тому подобное. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вам этот проект интересен или не интересен? И если это будет большое количество комментариев, я понимаю, что это всем интересно. И я вам покажу, как из 7000 рублей превратить в 100-граммовую золотую цепь. Я буду изготавливать цепь, это будет мастер-класс. Я буду показывать, как я ее продаю полностью, там, в Инстаграм, Ютуб и так далее. Я покажу какие-то механики. Я, может быть, встречусь с какими-то людьми, которые подскажут, как продавать. И это вам, возможно, тоже будет интересно. Это вам тоже будет подсказка для того, чтобы вы научились тоже продавать, помимо того, что вы умеете уже делать украшения. Напишите ваше мнение в комментариях. Пойдет, не пойдет, нравится, не нравится, надо вам, не надо. С вами Маргун Ювелир. Жду. Пока.